Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется... Это будет как маленький сериальчик. Там будет две или три серии. А называться будет «Тайна съеденных конфет». Давайте начинать. Девочки, вставайте! Девочки... Мам, я не хочу, сегодня суббота. Я и так вчера эти контрольные писала. То есть экзамены. Дочь, вставай. Окей. А по какому поводу мы встаем 9 часов? Ну как по какому поводу? Сегодня ко мне приезжает моя подруга. Да, угадайте, та, которая... Твайлайт. Да-да, ты ее знаешь. Она приезжала, когда ты была маленькой. Да, я помню. А, одевай корону. Хочешь, юбки одень какие-нибудь? Ладно, что-нибудь одену. А, иди завтракать. А, я сейчас твою пойду сестру будить. Ну, короче, делай все, что я тебе сказала. Ой, а Лео еще спит? Да, Лео еще спит. Сейчас его разбужу. Лео, вставай! Ты его покормишь? Окей. Ладно, постарайтесь сегодня с сестрой не ссориться, ладно? Ничего не испортите мне. Хорошо, если что, она первая всегда начинает скандалы. Ну все, мам, можешь идти. Ладно, ладно, иду. Эпплджек, вставай. Мама, я не хочу. Эпплджек, вставай. Не хочу. Эпплджек, вставай. К нам приезжает моя подруга Твайлайт. Твайлайт, она привезет сюрпризы. Может быть, она тебе и привезет сюрприз. Давай, давай, вставай. Та-та-та-та-та. Все, я встала сюда. Да, да. Я Элис буду будить. Элис, вставай, Элис. Руф, руф, руф. Короче, расчесывайся. Что потом тебе сказать? Застелай постель, корми Элис и марш завтракать. Хорошо, мама. Все, а я пошла. Куда я пошла? Да завтрак делать. Как я переоделась, что теперь делать? А что делать-то, мама сказала. А, кота покормить. Держи, Лео, вот тебе вкусняшки. То есть твой корм. Мяу. Молодец, Лео. Так, сиди, а я пошла. Это, куда я пошла? Завтракать. Так, а что мне делать? Переодеваться не надо. Вот, держи, Лео, кушай. Ой, как тебе там? Элис, кушай. Молодец, ты хорошая собака. Тиф-тиф-тиф. Так, надо посмотреться в зеркало. Все хорошо? Расчесаться. Так, теперь застилать кровать. Чу-чу-чу-чу. Все, можно идти. Я пошла. Так, давай, кушай, теперь ты. Угу, да, мамуль. Все, мамочка, я покушала. Ура, мне печенька яблочная. Все, мамочка, я тоже покушала. Так, доченьки, молодцы, идите по своим комнатам. Надеюсь, вы это зверей покормили? Конечно. Разумеется, мама. Так, девочки, останьтесь одни дома, я угощенцы там для подруги привезу. Мама, ну у нас и так много всего. Ну, тортик хотя бы нет, тортик нельзя. Ну почему? Твоя сестра идет к подруге в гости, и там было сказано в приглашении взять какую-то сладость. Да, называется самодельная вечеринка. Вечеринка? А можно я пойду? Нет, тебе нельзя. Ты в детском садике будешь. Вот именно. Так, ладно, мам, я пойду к себе, хорошо? Мне еще там геометрию делать. Да-да, иди. Все, ты тоже иди. Ура! Вот это-то-то.
Как же скучно, что делать? Мне еще так долго ждать, когда приедет. Как его там зовут? Твайлайт. Это очень долго ждать. Я так хочу сюрпризов. У меня так мало пони. Пойду-ка я к сестре попрошу одну подарить мне. Крутая дика. Сестра, чё ты ворвалась в мою комнату, а? Мяу! Ай! Привет, Лео! Мяу! Ну, чего тебе надо? Можно ты мне подаришь одну пони? Да сейчас прям нет. Мне и свои нужны, а то ты все у меня почти забрала. Ну, там же... Да, я знаю, я тебе одну вот эту подарила, как ее зовут там, блин, Радугу. Только мама мне купит еще одну. Ну, пожалуйста. Нет, я тебе свои не могу подарить. Все, что я могу тебе сделать, это только тебя из комнаты. Давай, давай, иди. Все. Ну, пожалуйста. Нет, разговаривай с мамой. Может, она тебе купит какую-нибудь пони. Все, иди отсюда. Все, уходи. Ох, как это бесит. О, пойду попереписываюсь с кем-нибудь по ноутбуку. Так надо маме сказать, чтобы новый купила, а то у меня уже старый ноутбук. Пойду попереписываюсь сейчас. Мам! Да, доченька, я иду уже. Что ты меня звала? Мам, купи мне новый ноутбук. Я не знаю. На день рождения. Он сейчас через месяц. Да, купишь новый ноут? Какой? Apple. Окей. Ладно. Ты меня еще, я слышал, ты с сестрой там что-то. Да, она хочет у меня пони взять. Или чтобы я ей подарила. Я не хочу ей дарить. Сказал бы мне, я ей потом что-нибудь купила такое. Ну, потом пони. Ну, вот я и сказала, что обращайся к маме. Ладно, ладно. Кстати, я пошла, так что скажи ей, что я ухожу за этим угощением. Окей. Все. Эй, Apple Jack, подойди сюда. Чё? Чего? Ой, ты переписываешься? Ай-яй-яй-яй-яй, нельзя смотреть. Сейчас ноутбук свой сломаю. Нельзя. Нельзя. Ну что ты меня звала тогда? Наша мама ушла, так что знай. Ладно. Надеюсь, она что-нибудь вкусное мне принесет. Да. Жди, жди. Ай, пусть будет ждать, а я буду переписываться. Когда же мама придет? Мне надо ей сказать, какого я цвета хочу ноут. Доченьки! Мама пришла! Да-да. Пойду пока закрою ноутбук. Привет, мам. О, пони? Да, и сюрприз пони. Мама, ты на пони купила? Так, давай без визгов, а то у меня уши уже скоро разорвутся. Ну чё? Вот я купила вкусные конфеты. Самые вкусные конфеты. Ну что, мам, мне? Где вот этот сюрприз? Момент, секундочку. Так, надо подумать. Конфеты она, конечно же, откроет, когда приедет ее подруга. Но я-то умная, и я возьму. И три штучки съем. А пусть не думает, что это сестра сделала. Чё ты там? Ой, это, у меня расплёсся хвостик. Хвостик? Да. Ясно. Мама, а чё мне? Тебе вот эту пони. Мам, спасибо. Это можешь пройти со мной в комнату? Что случилось? Я хотела тебе показать, какого цвета я ноутбук хочу. Конечно, подожди, сейчас я сестре дам. Сестра это тебе. Ой, то есть дочь это тебе. Спасибо, мам. Пойду посмотри, кто мне попадется. Кстати, вам еще это моя подруга привезет. Круто. Ладно, мам, пойдем. Спасибо, кстати. Пожалуйста. Пошли. Иду. Чё? Вот этот беленький. Красивый.
Ладно, я постараюсь и скажу твоему отцу, чтобы тоже тебе купила. Ну, то есть, чтобы тебе дал деньги, а ты потом сама пойдешь купишь. Хорошо, мам. Ты там видела, сколько стоит? Да. Ладно, до твоей подруги я в интернете. Ну, я так и думала. Так, надо спрятать эти конфетки, чтобы никто их не нашел. Надо спрятаться. А я куда? А я просто куда-нибудь пойду. Нет, я... пойду. Пока позвоню, пойду в коридор своей подруги. Так, кто мне там попадется? Пинки! Я обожаю ее! Коробку надо убрать. Не люблю эти коробки. Фу-фу. Так, хорошо. Пинки попалась. Так, поставлю-ка ее я. Да мне ее поставить вот мистера доктор Хуза, он будет тут стоять. Впереди у меня уже таких несколько штук. Ай, доктор Хуз не стоит. Ой, его сюда его вращение поставлю. Все. Все. Так. Так, вот сюда поставлю. Пойду посмотрю, на кухне есть народ. Нету. Так, надо подумать. Мама пошла звонить подруге. Ну, папы точно не будет до завтрашнего дня. Он в командировку уехал. Все складывается, куда она спрятала. Тут нет. Тоже. Вот они, нямки какие. Сейчас я их открою. Ща. Так, вот я их открыла. Сейчас съем. Какие батареи штучки. Вот зеленые, я знаю, они невкусные. Не, ну они вкусные, но... Знаю. Я обожаю зеленые. И вот эти. Они двое, в принципе, вкусные. Но какие любит сестра. Зеленые, ладно, съем зеленых три штуки. Надеюсь, мама что-нибудь заподозрит. Так. Ем. Ой, блин. Я их все съела, даже не заметила, как все съела. Блин, все конфетки. Блин, надеюсь, мама не заподозрит. Я их все съела, это кошмар, надо новый купить. Так вот, я купила новый. Вот они. Пойду их съем. Нет. Съесть это будет нормально. А что если смазать вот это начинку? Кстати, она вкусная. Сейчас ее смажу. Вот тогда будет подозрительно. Ха-ха-ха. Так, вот. Вот так вот я сделаю. Круто. Вот тут смазано. Ну, я так оставила. Ага, да. Сейчас пойду на кухню. Мама идет. Уже скоро придет моя. Ай, блинки. Ой, моя подруга. У меня упала сережка. Ай-яй-яй. Ладно, потом одену их. Ладно, у меня есть время. 5 минут. Сейчас я их одену. Ну, блин, не одевается. Вот все, одела. Девочки, побудьте пока одни, пока я встречу вашу подругу. Ну, то есть мою подругу, ладно? Ага. Да-да. Надо поставить кексы.